Всем привет, Днепр на связи, 16:45. В общем, что, друзья, сейчас отправляюсь в место старта нашего стрима, где-то через часик, я думаю, ближе к 6, прогуляемся по городу. В планах строительная академия, улица Гоголя, Кёнигсбергский бульвар, ну и там по ситуации, так что кому интересно, вечерний город, прогулка, присоединяйтесь. Не пропустите. Что по обстановке, друзья? В принципе, день без тревог, тихо, спокойно. Это радует. Но не радует другое. Знаете, что меня возмутило до крайней степени? Сегодня смотрел, там Коля Тищенко, есть такой у нас народный депутат, бывший ревизор, ресторатор, держит самые блатные крутые рестораны в Киеве, с такой ухмылочкой пижонской, говорит: «Я не пойду». Когда его журналисты спросили, готовится ли он вступить в ряды солдат и защищать свою страну, он сказал: «Не пойду, я объясню почему». Говорит: «Читайте Конституцию, там четко написано, народные депутаты имеют бронь, а остальные, говорит, не имеют, вот пусть они идут». И у него такая реально улыбка на лице, просто до ушей. Чмошник, а что ты радуешься? Ну, вот это не придурочные люди. Это тот же Тищенко, который там неделю назад заявлял, что настоящие герои Украины – это депутаты. Потому что они под угрозой своей жизни, когда раздается сигнал воздушной тревоги, не спускаются в подвал, в убежище, а продолжают заседание, продолжают голосовать за законы, потому что знают, что это очень важно для общества. Голосуют за те законы, тот же закон о мобилизации, который угробит нацию. Ну, там, в принципе, все они хороши. Тоже закон о мобилизации. Сейчас созрел. Юлия Владимировна очнулась, видео записала, вкинула кучу денег в рекламу. Она набрала много просмотров. Говорит, как же она там сказала? Закон про мобилизацию – это настоящий геноцид украинского народу. А то, что сейчас происходит без закона, ты не видишь, да? Так очки побольше, там, линзу всунь себе. Понимаете, в чем фишка? То есть этого они, друзья, не видят, что по факту происходит. Но все рады попиариться. Тот же лысый из квартала, ну, из интервью, сказал: «Я не пойду», говорит. «Я ж там, говорит, никого не знаю. А еще я не готов, я не имею подготовки. Меня ж там снайпер в первый же день убьет». То есть ты, чмо, считаешь, что ты не готов и готовиться не хочешь, а остальных пусть ловят, да? Выдергивая с маршрутки, еще откуда-то. Я не пойму, что за фигня происходит. Как говорится, где такое видано, чтобы слуги народа жили лучше, чем те, кому они служат? Вот хай этот Тищенко, пусть вот этот лысый из квартала, что Харри уже не помещается в телевизор, вот пусть ответит на этот вопрос. Да. Получается, никто воевать не хочет, но людей бедных, средний класс, их затаскивают. У кого есть деньги, тот откупается. По факту все эти законы — это очередная лазейка для заработка бабла. А те, у кого денег нет, те на кладбищах растут. Тем уже забронировано место 2 на 2 и флаг. Какая-то фигня получается, вам не кажется, друзья? Если я в чем-то не прав, вы, конечно, меня поправьте. Ну ладно, то такое. Будем с этим разбираться. Всем хорошего вечера. Берегите себя. Ну и залетайте на стримчик, кому будет интересно. Прогуляемся. Дождик вроде к вечеру не должен идти. Сейчас вот затихло. Думаю, все должно быть хорошо. Все, всем бобра.